На въезде в рабочий поселок Кузоватово оживленно. Установлены знаки ограничения скорости, пункт дезинфекции, дежурят сотрудники агентства ветеринарии ГИБДД. Задача контрольно-пропускного пункта – ограничить ввоз и вывоз свинины. Всему виной разбушевавшийся вирус африканской чумы свиней. На данном посту мы останавливаем микромашины, это микробудки с холодильники, досматриваем. Нарушений пока не было выявлено. Африканская чума – вирус не опасный для человека, но губительный для животных. Вакцины от недуга нет. Единственный способ профилактики – полное уничтожение поголовья. Только в Кузоватово после подворового осмотра изъята 221 голова свиней для уничтожения. Эпизодический очаг ликвидирован. Карантинные мероприятия по профилактике данного заболевания продолжаются, потому что карантин наложен на первую и вторую угрожаемую зону. И сегодня специализированная комиссия, которая создана распоряжением главы администрации, она проходит подворный обход, составляется реестр свинопоголовья, люди знакомятся в письменном виде и о результатах работы. Обход подворий проходит не только в Кузоватово, но и в соседнем Барышском районе. Всю финансовую сторону по компенсации понесенного ущерба взяло на себя областное правительство. Специалисты регионального Минсельхоза совместно с торгово-промышленной палатой и органами статистики проводят расчеты компенсации. Она будет выплачена после окончания карантина. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.